Приветствую подписчиков и гостей канала Банковский. Сегодня мы разберем способы вывода средств с кошелька Pair. В общем, бескомиссионного способа вывода, ну, я для себя не нашел. Вот в сети советуют воспользоваться услугами обменников, но на обменниках, может быть, мне не везло, но я несколько раз обменивал средства, да, выводил их таким образом, и самый дешевый вариант у меня был с 2% потерей. Где-то говорят, что там можно один к одному выводить, но у меня не получалось, поэтому могу говорить только о способах с комиссией. Ну вот давайте в качестве примера приведем вот здесь вывод с рублевого счета, нажимаем кнопочку «Вывести», и нам что предлагается? Нам предлагается вывести на кошелек Pair другой, с комиссией в 0,5%. Нам предлагается вывести на кошелек Kiwi 2,5%. Ну и другие здесь варианты. Вариантов целая куча, но все они с комиссией. И комиссия получается не маленькая. В общем, методом проб и ошибок я для себя вывод сделал, что мне, допустим, проще выводить на Kiwi. 2,5% это, конечно, немало, но зато никаких заморочек там с поиском. Если у вас есть время, вы, конечно, можете поискать. Но мне лучше выводить на Kiwi. Почему? Потому что система Kiwi у нас позволяет, скажем так, создавать виртуальные карты и заказывать реальные карты, которые привязаны к счету Kiwi. То есть мы 2,5% заплатили один раз, деньги ушли на Kiwi, а дальше мы с привязанной карты виртуальной можем заплатить без комиссии. Да, кстати, можно и перевести с карты Kiwi без комиссии на карты любого банка. И дальше уже оперативно воспользоваться средствами. То есть получится 2,5% это финальная комиссия. Если же говорить о других системах, то там может быть 2%. Двойной, а то или тройной перевод. Вы раз комиссию заплатите, например, 1%, потом еще раз заплатите за вывод на карту, и потом только сможете этими средствами воспользоваться. В конечном итоге получится дороже, чем вы один раз заплатите комиссию на Kiwi. Поэтому вот такие вот варианты. Даже здесь есть международный перевод, но он стоит 3,99% плюс $5. Поэтому, ну вот, к сожалению, порадовать нечем. Возможно, в будущем система предложит другие способы вывода. Я думаю, что предложит, но для этого нужно будет идентифицироваться. А кошелек Pair, он у нас знаменит тем, что он не требует идентификации при создании, и им может воспользоваться любой. Ну а издержка за такую вот вольность, это именно вот выплата комиссии. Если у вас возникли вопросы по данной теме, пожалуйста, задавайте их в комментариях, мы с удовольствием ответим. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик, и всего вам доброго.